отличное настроение. А как иначе? Ведь сегодня выходной. И сегодня мы снова решили посетить Ниагара Кореан Клаб, потому что именно сегодня здесь выступает Ксения Бородина со своим диджей-сетом. С вами на Today у микрофона Юрий Шлив. Ну что, сегодня мы пойдем искать новых девушек из телепроекта «Дом 2». Окей, let's go! Ну, пойдемте искать участниц телепроекта «Дом 2». Мне кажется, одну я уже вижу. Пойдем. Мы сегодня ищем новые лица для телепроекта «Дом 2». Я согласна. Смотрю «Дом 2» 10 лет. Чем ты можешь отбить старые лица? Я могу играть по сценарию, я могу быть неадекватной. Я буду травить там экшен. И, во-первых, за всю историю «Дом 2» там не было азиатских лиц. Слушай, ну а что тебе нравится «Дом 2»? В принципе, «Дом 2» мне не нравится, но я люблю смотреть на людей, как они играют по сценарию, там есть сценарий, это интересно, вот и все. Особенно драки женские. А у тебя есть молодой человек? Нет. Мы можем с тобой сначала построить, попытаться, а потом туда тебя на телепроект. Обязательно. Подожди, а ты какая-то звезда? Ты какая-то звезда? А, я не звезда, но согласна мне на интервью, только на фото. Только на фото, согласна. Сегодня мы ищем новые лица для телепроекта «Дом 2». Построй свою любовь. Не по адресу. Не по адресу? Как так? Ну, я считаю, что я не готова на телешоу. А готова строить любовь? Точно не перед камерой. Ну, давай камеру выключим. Слушай, ну скажи, а какие три твои самые главные качества, которые могут пригодиться на этом телепроекте? Общительная, добрая, красивая. Ну ты вообще раскованная, там нужны такие, знаешь, девочки-зажигалки, ты такая? Конечно. Ну как у тебя с любовью, все нормально? Да. Строишь любовь? Строю любовь прямо здесь. Отлично! Да, давай, может быть, на телепроекте построим любовь. Ты, я? Ты, я? Легко! Расскажи три твоих плюса. Самое главное, да. Сольная. Да. Я умная. Возможно. Я энергичная. Ой-ой-ой, мне это нравится. Это же я. А любишь на коленку стоять? На коленку? Когда провинюсь. А что тебе нравится в телепроекте «Дом 2»? Нравится, как люди строят любовь. Смотрю регулярно, почти каждый день. То есть ты смотришь, как они строят, и потом повторяешь? Нет, не повторяю, но просто смотрю. Мне нравится шоу. А кто тебе нравится из героев? Ксюша Бородина нравится. Собственно, поэтому сегодня пришла посмотреть на нее, как на диджея. Ну, у тебя дома, наверное, плакат ее есть? Нет. Но нравится. Хотела бы посмотреть. Татуировка, может быть? Ксюша в моем сердце навсегда. Kicking it with my baby, the only one that I get deeper with is my. Тебе нравится «Дом 2»? Да. А что тебе нравится телепроект «Дом 2»? Да все нравится. Чем ты можешь польстить, собственно, телезрителей, которые смотрят «Дом 2»? Давай, три своих главных качества. Я не хочу. Такие все скромные. Сегодня мы ищем новые лица для телепроекта «Дом 2». Ты глухая? Это не важно для телепроекта «Дом 2». Сегодня мы ищем новые лица для телепроекта «Дом 2». Нет, я не пойду на телепроект «Дом 2», как бы я его не любила. А ты его любишь? Да. А есть какие-то минусы? У меня разве могут быть минусы? Наверное, могут быть, но... А может быть и нет. Одни плюсы сплошные. Да, я хорошая, веселая, но не скандалистка. Это же одни минусы, а плюсы-то есть? Плюсы? Работящая. Так, поподробнее. Не, работа только... По ночам работать? Работа только днем, не ночью. Такая красивая внешность. Наверняка тебе нужно построить свою любовь. Я уже строю свою любовь. А, ты серьезно? За проектом «Дом 2». Да? Да. Слушай, ну расскажи три твоих самые главные плюса.
Мои плюсы? Ум, красота. Все, да, только два. Ну что, Ксения Бородина сегодня отыграла отличный диджей-сет. С вами всю эту ночь был Юрий Счастливый, специально для Night Today. До новых встреч, друзья, пока!